Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. И гость необычный. Андрей Алексеевич Нечаев был первым министром финансов России. Он также академик, он лидер партии «Гражданская инициатива», от которой, кстати, избиралась Ксения Собчак в президенты, и от которой подала в Конституционный суд на Путина, оспаривая его право на третий срок. Сегодня мы принимать звонков не будем. Если хотите что-то спросить, присылайте текст на YouTube. И если вопрос будет интересный и нами еще не охвачен, я его задам. Но, значит, перед началом я хочу поздравить с днем рождения Юлю Зацепину. И желаю, чтобы у нее всегда была интересная жизнь. Наверное, в каком-то смысле спокойная, но в каком-то смысле беспокойная. Потому что когда спокойно, то неинтересно. Хорошо, давайте начнем. Значит, здравствуйте, Андрей Алексеевич. Спасибо, что нашли силы вашей ночью с нами поговорить. Здравствуйте. Я не знаю Юлию Зацепину, но присоединяюсь к вашим поздравлениям. Должен внести маленькое уточнение. Я был не министром финансов, а министром экономики. Прошу прощения. Это было так давно, что уже, в общем, не имеет принципиального значения. Мы не так часто разговариваем с министрами экономики и министрами финансов здесь, так что для нас это, что называется, большое дело. Сегодня у нас вас слушают Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Лос-Анджелес, Сан-Диего, а далее мы перекинем это интервью на интернет, и его посмотрит несколько сотен тысяч наших с вами бывших соотечественников в Америке, Канаде, Украине, Австралии, Израиле, Германии и тому подобное. Вы хорошо разбираетесь в экономике, не новичок в политике и знаете много, что скрыто от глаз непосвященных людей. Конечно, это нашим зрителям интересно. Единственная просьба, у нас как-то была на интервью Юлия Латырина, которая так долго отвечала обстоятельно на каждый вопрос, что, честно говоря, зрители уснули, а об этом потом мне жаловались. Давайте попробуем по-американски, и заранее извиняюсь, если буду, то есть я буду прерывать не потому, что нет уважения, а потому что, мы в радио, время и прочее. Значит, вопрос первый. Гражданская инициатива, партия, которой вы руководите, это политическая партия, и как таковая пытается, естественно, получить власть. Очень коротко, в чем ваша экономическая программа для России? Тем, кому это действительно интересно, просто откройте сайт партии «Гражданская инициатива», и там программа развернута очень подробно, и концептуальные предложения, и конкретные нюансы, как изменить экономическую политику, как мы это видим. Я бы начал не с экономической политики, а совсем другого. Главное, что надо обеспечить в России, это защищенность частной собственности. То, что ее нет, сдерживает экономический рост, сдерживает развитие бизнеса, приводит к колоссальному, многомиллиардному в долларах оттоку капитала. Поэтому, если бы, что называется, директором, или президентом России был я бы начал не с экономики. Я бы начал с судебной реформы. Для того, чтобы суд стал тем институтом, где любой предприниматель, и любой гражданин, безусловно, тоже, нашел бы защиту своих нарушенных интересов. С нашей американской точки зрения вы совершенно правы, потому что именно это и есть начало, экономической программы. Тогда давайте я вас спрошу такой вопрос. Мы знаем реалии России. Вы лучше, мы хуже, но тем не менее знаем. В реалии России, допустим, вы делаете судебную реформу, но судьи на подкормке или боятся олигархов, процветает невероятно взяточничество, все общество этим пронизано, низ привык давать взятки, верх привык их получать. Проведете вы реформу судейскую. Дальше что? Все равно судьи будут судить не так, как написано в вашем законе, а так, как будут требовать у них люди, которые ими руководят. Главная опасность для российской судебной системы не от олигархов, а от чиновников. Первое, что нужно... Это всегда так. Всегда так. Чиновники значительно более опасны, чем потому, что у них рука государства, насилие. Первое, что нужно устранить, это так называемое телефонное право. А для того, чтобы его устранить, суд и в системе своего формирования, и в системе своего материального обеспечения, и в системе своего финансирования
должен быть абсолютно независим от исполнительной власти. Точка. Первое. Второе. Нужно кардинально поменять систему формирования и отбора судей. Сейчас в основном судьи формируются из уже работников судов. Это всякие там помощники, ассистенты. Да, вырастают, да. Аппарат и так далее. Или из работников правоохранительных органов. Значит, нужно сделать так, чтобы судебная председательская и непредседательская скамья были открыты для практикующих юристов и для адвокатов. Вот они сейчас для прокуроров открыты, а для адвокатов нет. Наконец, поэтапное, мы тут перейдем к американской практике отчасти, а отчасти к советской. Только в советской это был фарс. А я имею в виду выборность судей. Начать с уровня мировых судей. Ну, то есть они должны соответствовать определенной квалификации, но дальше они должны выбираться людьми, и тогда они будут зависеть не от чиновника, а от граждан, которые их выбрали. Хорошо. А вот чиновник, который берет взятки, а потом требует, значит, соответственно, дает взятку судье. Чего с ним происходит, если его поймали на взятке? Ну, если его поймали, то в большинстве случаев его все-таки судят. Другое дело, что его редко ловят. А каким образом сделать так? Потому что вот то, что вы говорите, теоретически оно очень красиво и правильно. Но люди не ангелы, они хотят кушать, судьи тоже хотят кушать. От того, что мы сделали не прокурора, а юриста, человека, который получает взятки теоретически, они еще не стали не получать взятки. В России культура, значит, взяток существует. Да, всегда существовала при Салтыкове-Щедрине, существует сейчас. А вот каким образом можно с этим бороться? Потому что пока мы не начали с этим бороться, это вообще все, что называется... Ну, просто разговоры, нет? Ну, знаете, не совсем так. Вот это же еще во многом зависит от атмосферы, от настроя человека, от того, как и откуда он пришел на эту должность. Вот я был министром экономики, как мы с вами ответили. Да. Поверьте, у меня была большая зона. Я много чего делил, там, разрешал и так далее. Я вышел из министерства беднее, чем я в него вошел. Потому что до министерства я был преуспевающим академическим ученым, читавшим лекции в Германии и в других странах, читавших статьи за рубежом, получавших гонорар в валюте, а в министерстве я жил на плохо индексируемую зарплату. Но мы пришли, это были романтические времена, мы пришли спасать страну. И тем не менее, вот это факт. Но помимо так сказать, вот таких моральных и нравственных факторов, безусловно, есть очень простые способы борьбы с коррупцией. Главный из них состоит в одной простой вещи. Чиновник должен как можно меньше делить, разрешать, лицензировать и так далее. То есть часть функций государства нынешних должны быть переданы саморегулируемым организациям, предпринимателей, потребителей, ну, в общем, институтам гражданского общества. Я, кстати, почти излагаю программу нашей партии, которой вы интересовались. Первый момент. Второй. Значит, антижесткая общественная антикоррупционная экспертиза всех законов и, самое главное, нормативных актов. У нас многие инструкции пишутся фактически в расчете на то, что при их выполнении чиновник будет иметь возможность брать мзду. Ну, естественно, вот, создание узкого горлышка для того, чтобы обогатиться. И потом все это пошло выше. Да. Если говорить более общо, то это, в принципе, контроль общества над властью, который у нас в значительной степени утерян. Вот основы для вашего электората. Демократические выборы. Да. Для вашего электората, если вы скажете, что если я стану президентом или наша партия придет во власть, то любого чиновника, у которого мы обнаружим, что он у него не трудовыми, да, непонятно откуда взялись деньги, он садится в тюрьму, так сказать, если у него там меньше 10 тысяч долларов, то на 5 лет, а если больше 10 тысяч, то там от 5 до 20 лет. Если судья принимает взятку, это обнаруживается, то он садится на 15 лет в тюрьму, скажем. То есть
очень конкретные вещи, от которых люди будут очень бояться брать взятки и давать взятки, и очень нервничать по тому поводу, что они имели и собираются иметь нетрудовые доходы. Это вашим избирателям понравится, или им это до полной, не хочу говорить слово, какого части тела? Во всяком случае, это понравится, с моей точки зрения, тем людям, которые, хотели бы, простите меня за пафос, но он не ложный, чтобы страна действительно процветала, и людям, которые готовы и хотят, чтобы и остальные тоже честно зарабатывали свой кусок хлеба. Вы меня немножко опередили. Вторая часть этой программы – то, что, безусловно, коррупцию надо выжигать каленым железом. С одной стороны, ликвидировать условия для нее, с другой стороны, выжигать ее каленым железом. В частности, в программе нашей партии есть конфискация имущества, ну, если это доказано, безусловно, судом, что она была получена на коррупционные доходы. Далее, мы должны не только ратифицировать, но и, безусловно, выполнять международную конвенцию, чего Россия пока не сделала, которая предусматривает строгую отчетность чиновников о своих доходах и расходах, включая членов их семьи. Вот давайте представим себе, что в момент, когда ваша партия и те, кто с этим согласятся, берут власть в стране, то вы объявляете, что с первого числа такого месяца 100% чиновников, 100% судей, 100% людей, которые каким-то образом могли получать взятки или влиять на какие-то процессы с помощью денег или угроз, они будут проверяться, они должны доказать, не государство, так сказать, новое должно доказать, а они должны доказать, что деньги, которые они получали, 100% получены не коррупционным способом. Проблема заключается в следующем. Люди, которые делают это, то есть начинают это, у них должны быть чистые руки. Потому что если у них руки не чистые, они никогда в жизни делать этого не будут. Как вот у нас в Америке Конгресс никогда не проголосует за то, чтобы ограничить срок их действия всего двумя сроками президента. За президента они голосуют, а за себя никогда в жизни, потому что они все хотят сидеть долго. Вот как сделать так, откуда взять этих людей с чистыми руками, которые не волновались бы, что их тоже возьмут вот за это самое место, и, собственно, результатом их следственных действий будет то, что их самих посадят в тюрьму. Ну, я могу только показать вам собственные руки. Это все так говорят. Знаете, да. Мы с вами исходим из концептуально разной парадигмы. Вы, я утрирую, да, но вы считаете, что все жулики, а я все-таки считаю, что честных людей больше. Вот и все. А где же их взять? Я считал, что население земного шара есть приблизительно 30 праведников, а все остальные нет. На 6 или там сколько там у нас уже, 8 миллиардов. Естественно, дело в том, что не все люди жулики. Во-первых, мы все это продукт нашего воспитания, нашей жизни, нашего опыта. И самое главное, это то действительности, в которой мы живем. Вот как прожить в России, скажем, будучи руководителем предприятия, хозяином предприятия и прочее, не принимая участия в схемах, я не знаю. Я с 1989 года, когда я вернулся через 15 лет посмотреть, что произошло с Россией, я уехал в 73-м. И я там провел приблизительно, условно говоря, 8-9 лет, летая туда-сюда, и параллельно начинал делать всякие бизнесы. Так вот, в основном мы уехали из страны, я имею в виду, я и мои вкладчики из Соединенных Штатов Америки, потому что стало вообще невозможно существовать, если ты не платишь крыши и по дороге не нарушаешь всех законов, которые существуют в Российской Федерации. Я совершенно не понимаю, как менять эти законы. Вот смотрите, что делал, скажем, Саакашвили в Грузии, да? Он сам и его ближайшее окружение никак не было замазано,
что позволило ему влезать, так сказать, иногда слишком резко, наверное, может быть, так нельзя, по-другому нельзя, я не знаю, но влезать и рушить, да, рушить те схемы, которые уже существовали, за что его возненавидели и за что его потом с помощью российских денег выкинули из страны. А, значит, я не вижу пока в России такую возможность. Ну, во-первых, давайте начнем вот с чего. Когда есть механизмы, вот они так устроены, что чиновник может вымогать у вас взятку, тогда вы ее там, ну, либо даете, либо уходите из бизнеса, либо ищете какого-то более высокого покровителя. Но если вы создаете такую систему управления, совсем ликвидировать коррупцию нельзя, это не удалось никому в мире. Конечно. Но где вы минимизируете коррупционные возможности, то априори эти риски, они существенно снижаются. Значит, опять-таки, вот, чтобы не быть голословным и абстрактным, вот я 21 год был президентом банка. Такая сложная сфера, согласитесь. Да, да. Я, безусловно, пережил много проверок. Я не дал в своей жизни ни одной взятки. Окей, потом, очень хорошо. Потом этот банк отобрала государственная корпорация Ростехнологии для своих нужд. Он был в прекрасном состоянии, иначе бы его не забрали. И знаете, ну, мы же не первые и не последние на этом пути. Вы упомянули Саакашвили. Я упомяну еще знаменитую итальянскую операцию «Чистые руки». Но им же удалось. Почему? Вот я не готов рассматривать Россию как исторически обреченную страну, а россиян как исторически обреченную нацию. Прекрасно. Я очень, очень рад. А скажите, а диктатор ли Путин? Ну, знаете, я не люблю игру в дефиниции в этом контексте. Вот. Ну, он такой мягкий диктатор, такой, знаете. Окей, да, хорошо, согласитесь. С элементами имитации демократических процедур. Да, я понимаю, что не Пол Пот и не Сталин. Да, но может ли в условиях диктатуры действительно существовать оппозиция? Или вся оппозиция – это проекты Кремля? Ну, у нас какой-то немножко получается странный диалог. Я все время говорю, вот посмотрите на меня, какой я хороший. Давайте попробуем не говорить. Я создал. Давайте считать. Знаете, у меня приятель было по 6 лет. Значит, и он мне рассказал, что взрослые делают по ночам. Я пришел в совершеннейший ужас, и он мне сказал такую замечательную фразу. Он сказал, ну твои родители и мои, конечно, нет, а все остальные точно да. Вот давайте считать, что вы и я нет. А теперь поговорим о всех остальных. Я вам скажу. Вот я в 2013 году с группой сподвижников, часть я знал раньше там по демократическому движению, часть пришла из интернета. Мы создали оппозиционную партию гражданской инициативы. И ни разу за все это время я не ходил на поклон в администрацию президента. Правда. Сейчас деятельность нашей партии приостановлена Верховным судом по иску Минюста. И вот недавно мы... Там были разные причины. Я где-то менее 2 лет назад я решил, что я не так долго сидел на этом кресле, но тем не менее я решил, что не надо уподобляться Зюганову и увы, Григорию Алексеевичу Явлинскому и сидеть, пока тебя на лафете не вывезут с табличкой председатель партии, гражданской инициативы, КПРФ или какая-то другая. Я передал оперативное управление молодежи, в частности, Дмитрию Гудкову. Это вызвало, видимо, мне этого никто не говорил лично, но, судя по действиям, это вызвало недовольство в
во властных структурах. И они, ни Дмитрий не зарегистрировали, ни новый устав, ни переименование партии в партию перемен. И потом, ну, приостановили они ее деятельность действительно по формальным причинам, высосанным из пальца, но тем не менее, ну, то, что молодежь как-то, она вот нам не сдавала отчеты, например, знаете, такие, да, исполняла бюрократические требования, которые, ну, да, увы, надо выполнять. Вот. Ну, вот сейчас мы недавно провели съезд, который вновь, я не очень был этому рад, но он вновь избрал меня председателем ради спасения партии, и мы подали документы в Минюст. Я надеюсь, что сейчас они все-таки снимут приостановку, но мы потеряли этот год для выборов. Да, понятно. Скажите, пожалуйста. Вот у меня зато теперь есть сертификат оппозиционной партии. Окей. Не ликвидировали, потому что она была фейковой, а ее приостановили Верховным судом по иску Минюста. И на всякий случай вы будете смеяться. Сейчас создали фейковую партию, да, под названием «Новые люди», где, да, на всякий случай председатель тоже Нечаев. Это такая вот... Интересно. Это такая интересная партия. Вот, знаете, вот это уже хорошо говорит в вашу пользу. Я, кстати, папу Дмитрия интервьюировал и, так сказать, при всем моем, так сказать, уверенности, что грехи родителей на детей не падают, как-то у меня, когда кто-то сын ГБшника, причем такого достаточно высокопоставленного, у меня, так сказать, сразу же начинает немножко трястись поджилки. Ну, бог с ним. Так сказать, скажите, а Навальный — это проект Кремля, с вашей точки зрения? Почему всех трогают, и его нет? Вот сейчас вроде написали, что его отравили. Я прошу прощения. Вы написали, что его отравили, но после всего, что происходило с ним, странного, да? Может, отравили, а может и нет. Да? Может, уже не нужен, может, сыграл свою роль. Что такое Навальный? Он ужасно странное явление на российском небосклоне. Ну, вы знаете, когда вот сейчас Алексей в коме, я бы, честно говоря, предпочел... Он в коме, его... в коме, тогда прошу прощения. Я не знаю. Заочно не обсуждать. Я единственное могу сказать, что я точно не знаю его лично, я точно не отношусь к его фанатикам и, к сожалению, считаю его человеком мало договора пригодным и страдающим болезнью многих лидеров российской оппозиции. Это самомнение. А вам я разрешаю побыть боярами, но так и быть, ты будешь старшим боярином. Вот на этом я бы закончил. Окей, хорошо. А что вы знаете о том, что Навальный – это сын Ельцина? Значит, такие слухи. Пожелал ему выздоровления. Да, конечно. Мы все желаем ему выздоровления. Проект он, не проект, невероятно смелый ли он человек или наоборот, мы не знаем. Но, так сказать, чтобы выздоровел и чтобы все это оказалось пустяками. А, значит, до раз нанеслись слухи, что Навальный – сын Ельцина. Такие слухи ходят по Москве? Сын Ельцина? Да. Я первый раз слышу. А, окей, хорошо. Я первый раз слышу. Ну, вот там какие-то фотографии ходили. Младший сын очень похож на отца. Фотографии были. Этот похож на Ельцина. Не знаю. Ну, знаете, так сказать. Я просто пришло в голову, вспомнил, решил вас спросить. С вашей точки зрения, я знаю, что вы, так сказать, возражали против этого, но вот сегодня уже, с вашей точки зрения, имел ли Путин право на третий срок? Нет. Кто имеет право толковать Конституцию, потому что похоже, что толковал Конституцию он сам? Правильно ответили. Мы были единственными среди всех кандидатов, кто подал иск не в Конституционный суд, а в Верховный суд. О снятии Путина с выборов. Он не был удовлетворен, но тем не менее. А кто имеет право толковать Конституцию? Вот в Конституции написано там два срока подряд и прочее, и на основании этого в Давосе вдруг прозвучало это от Путина, потом еще несколько раз, а потом они, так сказать, как бы это ввели как само собой разумеющееся, что два подряд, а если не подряд, то можно сколько угодно. Ну, это право имеет только Конституционный суд. Но дело в том, что Конституционный суд уже давал толкование именно этой статьи в связи с Ельциным, правда. И тогда это толкование было однозначным, что оговорка «подряд» не подразумевает, что «не подряд» можно. Что «только подряд», да.
Окей. То есть можно сказать, что третий свой срок Путин правил уже не на основании Конституции, я знаю, сейчас переделали Конституцию, а, что называется, захватив, узурпировав власть. То есть человек, который узурпировал власть, называется узурпатором. А это мой комментарий, не ваш. Почему вы не баллотировали сами, а дали возможность Ксении? Простите, прослушал. А почему вы не сами баллотировались, а выставили Ксению Собчак? Ну, во-первых, у нее большая узнаваемость, чем у меня, несомненно. У меня есть, так сказать, мой электорат. Как я горько шучу, после того, как Гайдар умер, а Чубайс стал коллаборационистом, я остался последним символом демо-шизы, в хорошем смысле этого слова. Той демократической волны начала 90-х, да. Что дает мне на любых выборах 3%. Вот как их превратить в 33, это очень трудная задача. Плюс, Ксения гораздо моложе, я не самый здоровый человек, к сожалению. И есть еще один важный момент. Ксения, почему-то, кстати, я передал на управление партии молодежи, Ксения умеет гораздо лучше фандрайзить. Она умеет гораздо лучше собирать деньги. Okay. Вот я этого делать не умею совсем. Потому что я, когда прихожу к кому-нибудь и прошу деньги, мне говорят: Андрей, ты же нефтяные квоты делил. Ну, в начале 90-х... Ну, и выделили, и зять вроде делил. Почему? Действительно, где деньги? Миллионером очень быстро. Я начинаю долго извиняться, что это были романтические времена. Я был академическим. Мы спасали страну. Мне самому очень неловко. Я теперь очень об этом жалею, но так получилось. Вот. А она это делает гораздо успешнее, чем я. Понятно. Последний вопрос, и мы прервемся. И для меня это, собственно, способ... Я прекрасно понимал, что мы эти выборы никогда не выиграем. Но для меня это... способ А – активизировать партию и регионы в том числе, и Б – получить трибуну. Я вот принципиально уже в последние годы, правда, не хожу на центральные телеканалы, потому что это превратилось просто в похабщину политическую. Да. А здесь была сравнительно независимая трибуна, где мы могли донести свою позицию, донести альтернативу той политике, которая есть. И мне кажется, мы это хорошо использовали. Ну, очень красивый ответ, мне он нравится, вы совершенно правы. Почему я спросил? Потому что, так сказать, здесь во всяких русскоязычных изданиях проходила там типа информация, не информация, что это вас Путин попросил, чтобы вы Ксению, значит, от своей партии выставили. Но вы сейчас... Сказать, я знаю, что Владимир Владимирович, он меня об этом не просил. Окей, хорошо. Вы знаете, мы сейчас прервемся, дорогие слушатели и зрители, буквально на 3,5 минуты, потому что у нас есть люди, которые дают деньги, чтобы это радио существовало, и мы очень хотим, чтобы вы за это пользовались их продукцией. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Еще раз добрый день тем, кто не был с нами в самом начале. Мы продолжаем нашу беседу с Андреем Алексеевичем Нечаевым, который был первым министром экономики России, я случайно сказал финансов, ошибся, академик, лидер партии «Гражданская инициатива», от которой избиралась Ксения Собчак, если кто знает, значит, вот его по этому эпизоду. А мы продолжаем разговаривать, это вторая часть нашего разговора. Значит, Андрей Алексеевич, в 90-х, с 89 по 92, наверное, я довольно часто бывал в Питере, встречался с Собчаком, подружился с семьей, с Чубайсом, там, с Путиным. И вот, значит, несколько раз разговаривал с Путиным. Первое, что я понял во время наших разговоров, что он из органов, я не знал этого до того, но я побежал к Анатолию Александровичу, сказал: вы знаете, что он КГБшник? Он говорит: ну, конечно, знаю, но он хороший КГБшник, там, ну и тому подобное. Значит, что я понял за это время, что он хитрый, что он скрытный, что он подозрительный. Про Путина я имею в виду. Вот. Но как бы вот понять, а он умный человек, мудрый он человек или нет? Вот что вы считаете, Путин умный человек? Если не можете отвечать на этот вопрос, скажите, не буду отвечать, и все. Он, безусловно, умный человек. Он человек с хорошей памятью.
Ну, это признак ума, но важное качество для политического, для политического деятеля. Для меня вопрос не в его личных качествах, а в том, на что он эти личные качества употребляет. Вот с его политикой я, к сожалению, согласиться не могу. А с чем в основном, скажем так? Ну, я боюсь, что нам до конца передачи... Окей, тогда не надо, я это атакую другим образом. Что Путин мотивирует? Деньги, власть, месть, самоутверждение? Если в одной фразе, то мне не нравится его принцип управления, то, как он построил вертикаль власти, по признаку лояльности и личной преданности, а не по признаку компетентности, профессионализма и независимости. И, к сожалению, горькая шутка о том, что Россия превратилась в общество с ограниченной ответственностью, с небольшим количеством участников, имеет право на существование. Понятно. Это называется коммунизм, это когда все для человека, и я даже знаю этого человека. Эту группу граждан. Да. Хорошо, тогда сразу же возникает вопрос. А если Путин, конкретный Путин, умирает, так сказать, нам тут рассказывали про двойников, тройников, там, четверников, не знаю, так сказать, умирает, нету Путина, место пустое, то что происходит в стране, кто приходит к власти? То есть никто лично, я не это, не в этом дело, да, так сказать, вот кто к власти приходит? Ну, по Конституции приходят нынешние, если это происходит завтра, как любому человеку, дай бог, Владимир Владимирович, здоровье, оно у него, кстати, прекрасное, он спортсмен, вот, но по Конституции приходит господин Мишустин как премьер-министр. Дальше вопрос, вот та группа, которая сейчас фактически осуществляет и олицетворяет власть, какое она примет решение? Будут ли это свободные выборы, на что я бы очень рассчитывал, либо это будет вот повторение варианта Александра Григорьевича Лукашенко, и кого они выберут своим лидером, не знаю, потому что на самом деле, вот знаете, интересный момент очень. Вот эта нынешняя правящая элита, она консолидирована тогда, когда она противостоит оппозиции, когда она противостоит протестам, когда она противостоит угрозе, так они очень любят этот термин, там, оранжевых революций, порожденных Госдепом Соединенных Штатов, но внутри она далеко не так консолидирована. Ну, естественно. И войны между башнями Кремля идут иногда не на жизнь, а на смерть. Да, да, это, в общем, достаточно понятно. Не может быть по-другому, потому что, когда ты в группе, то понятно, что мы против других. Как только вожак уходит, каждый хочет быть вожаком. Ну, не каждый, но, так сказать, многие захотят быть вожаком. Понятно. А добыча легкой нефти до конца 2021 года, по сведениям, по крайней мере, у нас в прессе, в России должна уменьшиться на порядка 40%. Нефть вообще дешевеет, и газ на рынках больше и больше становится. Там Израиль тянет его, Америка там сжиженный газ поставляет. Что Российская Федерация будет делать, чтобы либо увеличить заработок, да, либо усмирять голодные бунты? Вот есть ли какая-то возможность увеличить заработок, кроме как нефть и газ? Безусловно. Безусловно. Ну, вот, знаете, опять я адресую интересантов к нашей программе, потому что там это написано... Она достаточно развернутая, и ну, я один из ее основных авторов, все-таки я что-то понимаю в экономике, поэтому вот никакой обреченности сидеть на нефтяной или нефтегазовой игле у нас нет. Это просто нежелание, так сказать, нежелание с нее слезать. Понимаете, главное, что, если бы мы сейчас говорили об экономической программе, главное – это возрождение конкурентной среды. Я не скрываю, что я либерал. У нас огосударствление экономики достигло запредельных уровней. Даже по официальным данным, 70% российского ВВП дают государственные или подконтрольные государственные компании. Конкурентная среда подавлена.
А ведь, ну, не мне учить американцев, что такое инновации. Это шанс временно получить сверхприбыль, это шанс занять какую-то нишу, дополнительную нишу на рынке, пусть опять-таки временно, и тогда инновации как трава через асфальт растут. А когда у вас государственная компания, монополист или полумонополист, который испытывает все радости, я бы так сказал, особых отношений с государством, и с государственным бюджетом в том числе, зачем условному «Газпрому» инновации? У него и так внутри страны все неплохо. У него там на международной арене не очень хорошо. Поэтому можно сколько угодно говорить об экономике знаний, призывать к, и даже издавать указы и законы про инновации. Но если у вас нет конкурентной среды, то никаких инноваций, а соответственно и слезания с этой самой суверенно помянутой иглы у вас не будет. Поэтому вы говорите с чем-то. Роли государства в экономике вообще и в первую очередь как прямого хозяйствующего субъекта. Я совершенно с вами согласен. Задача создается очередная государственная корпорация или компания, и то же самое на низком уровне. Очередное муниципальное предприятие, и они плодятся как грибы после дождя. Я совершенно с вами согласен. Вы говорите с человеком, который книги пишет по этому поводу и издает их здесь, чтобы американцам это объяснять. Давайте, значит, у нас осталось 12 минут времени, и я попытаюсь, так сказать, выбросить несколько вопросов с короткими, может, ответами. А кто для Путина лучше, Трамп или Байден? Конечно, Трамп. Почему Трамп лучше для Путина, чем демократы? Ну, демократы традиционно больше сосредоточены на правах человека, с которыми в России, как вы понимаете, не все обстоит благополучно. И с прошлыми демократическими президентами отношения складывались гораздо хуже, чем с тем же Трампом. Там я сейчас далек от вот этой конспирологической версии, что там на Трампа есть какой-то компромат, что русские хакеры помогли ему выиграть выборы. Мне кажется, это все даже не вторично, а четвертично. Вот. Но то, что значит, демократы будут более внимательно относиться к проблеме прав человека и гражданского общества в России, мне кажется, что это такой общепризнанный факт. В том числе и в Риме. Я не совсем в этом уверен. Например, как вы относитесь к тому, что Трамп закрыл «Северный поток-2»? Ну, он его еще не совсем закрыл. Да, но он сделал все возможное, чтобы его закрыть. Там еще есть некоторые как бы иллюзии, что он будет достроен. Там другие... Нету, неважно. Трамп сделал все возможное, чтобы его закрыть. Это огромный удар по Путину, по Российской Федерации. То есть это не совсем то, что хотел бы Путин, чтобы он делал. Трамп организовал суннитский союз, все сунниты вместе с Израилем и Америкой против России и Ирана. Тоже не очень, наверное, хороший шаг для Путина. Кстати, вот еще одна интересная вещь. Значит, в 2016 году, когда Путин якобы помогал, я тоже считаю, что это полный бред, но неважно, якобы помогал или, по крайней мере, был на стороне Трампа, одновременно с этим ФСБ, верхнее, так сказать, руководство его, передавало Клинтон и ее людям через английскую разведку передавала материалы на Трампа, из которых родилось знаменитое досье о Трампе, и которое потом послужило основанием того, что 2,5 года у нас проверялось, так сказать, действительно ли Трамп нанимал в Москве проституток, которые писали в кровать, на которой когда-то лежала Мишель Обама. То есть Трамп, иными словами, Путин продвигал и хотел Трампа, а ФСБ действовало против того, что хотел Путин. Это возможно? Ну, вы знаете, вы тут более информированы, чем я. Нет варианта. И ФСБ представила 18 документов, которые потом через Англию, через Кристофера Стива поступили в Демократическую партию Америки, в выборный штаб Клинтон, мадам Клинтон, которые передали хитрым образом, передали в Министерство юриспруденции, в ФБР, и началась вся эта история. Но источник был, мы уже знаем. Мы знаем, кто летал уже из Нью-Йорка, мы знаем, кто собирал, кто передавал, все это уже известно. Так вот, возможно ли с вашей точки зрения, что Путин боролся за Трампа, а ФСБ боролась против Трампа?
Думаю, что нет. Я тоже так считаю. И вот, вот папа, так сказать, Димы как раз мне сказал 1000%. Такого варианта быть не может, потому что этот человек или эти люди висели бы уже на стене с крюком под ребром. А, значит, что вы сделаете, будучи президентом? Я вам скажу. Вот в этой истории, ну, поскольку такого рода решения принимаются на самом верхнем уровне, то, что у нас силовые структуры при этом играют свою игру, например, крышуя криминальный бизнес, например, участвуя в переделе собственности, например, напрямую влезая в экономику. Это я вполне допускаю, что они делают без всякого благословения. Ну, я не верю в это ни одну секунду. Если бы Путин захотел это прекратить, то это бы прекратилось бы в этот же момент. То есть денежка, денежка, с моей точки зрения, насколько я знаю структуру, я участвовал в вашей экономике 10-12 лет, занимался крупными проектами, в том числе перестройка ЦПКО имени Горького. На 3 дня даже я был владельцем парка, они случайно написали это. Моя и моя жена стали владельцами ЦРУ. Потом это мы, я показал документы, и тут же исправили. Так вот, значит, получаются деньги на уровне постового милиционера. Для вас это будет полная новость, но я вам это расскажу. Он, значит, постовой милиционер, значит, берет штраф и говорят, ты хочешь платить 100% дяде в кассу или 50 мне. Значит, человек, естественно, платит 50 ему. Часть этих денег идет наверх к капитану, часть полковнику, часть выше-выше. И потом потоком сливается тут куда-то рядом с Путиным. Значит, представить себе, что Путин не знает, ах, такой он прямо девочка-снегурочка, не знает о том, что происходит в стране, это, как говорит сейчас член Ходоков к Ленину, он точно не знает, что происходит в стране и как происходит продразверстка, которую он сам придумал. Но, знаете, я не хочу вас, что называется, подставлять. Поэтому... Вы знаете, ситуация в российской экономике лучше, чем я. Но, тем не менее, значит, вполне допускаю, что многих нюансов он не знает. Это первое. А во-вторых, от того, что он их знает, это не значит, что он может им противостоять. Потому что для него ключевой... Может или хочет, потому что здесь два разных ситуации. Ну, ключевой вопрос. Угрожают ли эти органы его власти? Первое. Если будет им мешать. Если он будет им мешать воровать, то да. Эти органы защищать его власть, в том числе в критической ситуации. Вот если на эти первый и второй вопрос он получает для себя внутренний ответ «да», то на какие-то шалости он закрывает глаза. Что совершенно не означает, что деньги от милиционера доходят непосредственно до... Шалости называется разрушать конкуренцию, разрушать экономику Российской Федерации. Ладно, да. Я не для того с вами общаюсь, чтобы, так сказать, ставить вас в неудобные положения. Вы там живете, вы там действуете, у вас... Вы политик и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, кто вам... Я в удобном положении, просто мне не нравится, когда вы мне рассказываете о том, как мы живем. Окей. Это немножко некорректно. Мне кажется, я немножко более информирован в этих вопросах. Да. Я не рассказываю вам, как устроено дорожное движение в Чикаго, потому что я про это ничего не знаю. Вы знаете, вы правы. Вы правы, я беру свои слова обратно, я извиняюсь. Так сказать, это было неправильное мое выступление, можно было сдать его совершенно по-другому. А кто вам, не вот Путину, кто вам США, враги, соперники, партнеры потенциальные, кто мы для вас? Я считаю, безусловно, что Россия должна быть частью мирового сообщества. И то, что сейчас отношения... испорченная в значительной степени по вине России, это ненормальная ситуация. Другое дело, что я считаю, что Россия в первую очередь европейская страна, поэтому для нас наиболее естественный партнер – это Европа и Евросоюз. И в программе нашей партии записано, что в стратегической перспективе мы должны стать ассоциированным, а может быть и членом Евросоюза. Вот. Но, безусловно, отношения с Востоком никогда не заменят отношения с Западом. Что не отменяет, разумеется, конкурентную борьбу, и здесь интересы своих национальных производителей надо защищать. Мы с вами прекрасно понимаем, что вот все эти санкции против Северного потока 2, они отчасти, может быть, связаны с Украиной, но в значительной степени с попыткой продавать американский жирный газ в Европу. Это аксиома. Вот. И здесь вполне
Россия вправе защищать своих национальных производителей тогда, когда, значит, какие-то западные страны вмешиваются в свободную конкуренцию на международном рынке. Но в целом я за, безусловно, за нормализацию отношений с Западом вообще и с США в частности. Окей. Okay. А Китай, захват, потенциальный захват Китаем с Сибири, наплевать или будете бороться? Ну, я уже сказал, что я не считаю, что благостные отношения с Китаем могут быть серьезной альтернативой хорошим отношениям с Западом вообще и с Европой в частности. Китай, безусловно, играет свою игру. Китай заинтересован в российском рынке, но не наоборот. Он вполне защищает свой рынок. Китай, безусловно, наш конкурент в третьих странах. Поэтому, опять-таки, хорошие отношения с Китаем, да, ложиться под Китай, упаси Боже. Ну, очень хорошо. Это интересно, то, что вы сказали, потому что все время есть такое ощущение, что путинская, так сказать, политика – это играть с Западом следующим образом. Будет себя плохо вести, я лягу в одну постель с Китаем. А с Китаем нельзя лечь в одну постель, можно только под них лечь. А более 100 лет политики в наших с вами странах говорят о тоннеле между Аляской и Чукоткой. Значит, в ваших планах он мог бы помочь? Потому что мне кажется, что это ваша не совсем правильная ориентация на Европу. Потому что Европа, она, у нее есть очень много проблем, с которыми она все больше и больше и больше будет сталкиваться. В основном с притоком такого, так сказать, немножко чужеродного там населения. И начинаются всякие проблемы в Европе. Уже начались. А мне казалось бы, что Америка и Россия... У нас эти проблемы очень схожие. И в этом смысле, если будет найдено решение в Европе, оно может быть полезно для нас и наоборот. Ну, если мы конкретно о проблеме мигрантов говорим, например. Я не думаю, что у вас схожие, но, так сказать, вам лучше знать. Так вот, значит, прямой выход в Америку. Тоннель прорыли и пошли товары туда-сюда. О чем-то таком идет разговор? Нет, я, честно сказать, об этом всерьез впервые слышу. Есть очень много разговоров о там, трансроссийской магистрали, но в основном они ориентированы на доставку товаров из Китая в Европу. В этом смысле Китай показал нам, конечно, большую фигу в кармане со своим великим шелковым путем, который прошел в обход России. Но тем не менее, вот сейчас опять в правительственных кругах рассматривается, на мой взгляд, абсолютно утопичная программа строительства еще одной ветки БАМа. Да. Для России она практически не нужна. Значит, опять ориентация на товарный поток из Китая. Значит, у меня два вопроса пришли сейчас по, значит, интернету. Первый вопрос из Владивостока, даже там нас слушают. Что мешает России переориентироваться с зависимости от Европы на дружбу с США? Ну, я с вами тут солидарен. Никакой особенной зависимости от Европы я не вижу. Но кроме того, что Европа крупнейший покупатель российского газа и крупный покупатель российской нефти. В отличие от США. Конечно, да. Вот. По мне так, давайте дружить и с теми, и другими. Окей. И второй вопрос от Владиславы. В республиканской партии США есть разные фракции. Видите ли вы в своей партии крыло республиканцев и в противовес ему крыло сторонников конституционной монархии? Нет. Окей. Хорошо. Консолидированная, но она не гигантская, поэтому у нас фракций нет вообще. Ага. Ну, прекрасно. Значит, давайте я попробую подвести в двух словах, потому что мы уже совсем подозрели. Значит, партия либеральная, она основывается на том, что надо провести судебную реформу, реформу законов и реформы, позволяющие конкурентность в, скажем, малой, средней там, и тому подобной промышленности, которые должны интегрировать таким образом происходить, чтобы интегрировать страну в мир. Я абсолютно поддерживаю вот такую позицию. Желаю вам
а действительно перерегистрироваться. И желаю вам, чтобы вы достигли до молодежи, чтобы ваши вот идеи дошли до российской молодежи, чтобы она поверила в то, что вы, господа, и есть то самое новое, давно забытое старое, которое поможет им. Если у меня есть там 30 секунд, да, то первое, я призываю тех россиян, кто живет в Америке и голосует, вы знаете теперь за кого голосовать. Да. И пункт второй, если кому-то интересно мое мнение по конкретным вопросам, ну, во-первых, я довольно активно в соцсетях, я недавно, у нас такая мода сейчас, как альтернативные источники информации, поскольку государственные СМИ, извините меня за жаргон, опаскудились полностью, я сделал свой YouTube-канал «Мнение», поэтому вот кому интересно моя позиция. Огромное спасибо, канал «Мнение», на котором выступает Андрей Алексеевич Нечаев. Пожалуйста, подписывайтесь, и на этом мы прощаемся. Мы уже наступили почти на пятки следующей передачи. Огромное вам спасибо, Андрей Алексеевич, было очень интересно, и до свидания.